Ну, то есть, вот мы предсказываем, да, конечную цену аренды и продажи. Там учитывалась начальная цена аренды и продажи в качестве кредита? Да, мы загрузили все доступные данные. Неплохо бы было, кстати, построить дополнительную модель, которая прогнозирует успешность исхода аукциона от стартовой цены. То есть, возможно, вот в чем хорошо машинное обучение, в том, что оно находит явные зависимости. То есть, возможно, оно бы могло подсказать, какую цену необходимо выставлять на аукционе. Может быть, она ниже на сколько-то процентов оптимальной, но зато привлечет много участников, и в итоге аукцион состоится. Что... И цена итоговая окажется даже выше расчета. Вот это дополнительная задача на следующих хакатонах.